Да, посмотри. О, и будет видео. Не? Нормал систем. Наверху. Так что так. Когда на рыбалку поедем? Смотри, погода какая хорошая. Завтра. Завтра? Завтра работать надо. Sorry, John. Ты сам тебе видео сделал, знаешь? Yeah. Я тебя все время снимаю. И как я работаю. Как ты работал? Ты его работал? Я сегодня работаю перфект. Как мастер Йода. Верну перед тем, как у Юлиан, будешь на дома. А почему ты тогда не до дома? А? Почему тебя домой не отправляют? Я тоже, блин. Это где цап-царап, Джон? Я не цап-царап, мне дала... Что, Люба? Люба. Звезда Ютуба. Этот туалет из-за оба сделали? Потом сейчас тебе... Не, она мне дала новый. Не, не. Да. Что ты говоришь? Ты Джон. Язык как помело. Знаешь, что такое помело? Как щетка. Тоже не знаю. Щетка, не знаешь, что такое? Нет. Которую цап-царап у меня. Как твой стар телефон? Да, как мой телефон. Где твой телефон стар? Как где? Ты тоже не знаешь, да? Дринкин-дринкин. Не-не-не, я лимонад пил. Цитрунаду. 100%. 100%-ный фреш был. Так, ну что, на паузе будем смотреть фильм? Нет. Он там 15 минут. Блокбастер. Спилберг курит нервно в сторонке. Ну что, интеллигент, Джон? Зачем ломаешь листья? Ты что, быстро будешь? Не, ему больно. Он... будет потом болеть не, и умрет тяжелой смертью. О, проблем, не надо что. О, Джонни, скоро 9 мая, будем праздновать? Какой 9 мая? Что, ты не знаешь, это праздник 9 мая? День Победы. Ты победил. Над фашистской Германией. Ты фашист? Не, мы их победили, сам ты фашист. Да и мы празднуем. Я не от немец. Так я тоже не немец. Русский праздник — это 9 мая. Победа над фашистской Германией. Тебе штуки-штуки сдавать, медведь. Надо на Латвию назад поедешь, медведь. Не. На 10 ты приезжай, парк. Не-не-не, тут все время партия. У тебя будут партии, у тебя будут... Ты не знал, что здесь все время так?
9 мая тут празднуют. В Берлине. У меня история нет. А что, ты не учился? У меня только сексология будет. Сексология, психология. Ясно. Математика. А истории не было? Нет. Не, ну может в вашей стране истории нету? Там есть, у меня толку не было. А сколько у тебя уроков было? Уроков. Научил сколько? Математику, биологию, химию? Все перфект. Да я знаю то, что все перфект. Сколько уроков было? Математика, биология, химия, физика? Не знаю. А, такое не знаю даже. Ну, ясно. На Латвии сколько? О. Тоже не знаю. Сейчас скажу. Физкультура, биология, математика, физика, рисование, химия, потом... Что там еще? Социология. Нет? География. А? География, история. Психология есть. Литература. Потом русский язык, английский язык и немецкий язык. Физкультура, я говорю? Да, первый был. Первый был. А это самое. А, вот еще. Психология забрали. Труды. Ну это типа урок. Такой, знаешь, там что-то делать. Техника. Техника, да, там вот такое вот. С детства учат, как делать табуретку. За что русский лес рядом, можно делать бизнес. Болгарский научил? Да. Болгарский есть? Болгарский? Ну, если захочешь, то будет. Он как бы очень нужен нам. Не, на самом деле у нас образование хорошее. Было. Сейчас немного испортили. Окей. Поднасрала Америка. Сейчас порнография. Вот порнография было бы я бы этот самый перфект тогда учил бы. Биография, зоофилия и все остальное там. Сколько было у вас уроков? 8. Ты назад? По девять, по восемь уроков в день. Не в день, все. А, все? Я же тебе только что говорил, что ты не считал. Сколько? Блядь. Да хуя. Я ведь потом еще психологию учил, а ты когда в колледже был. Да, психология, сексология, это информатика. Информатика, кстати, тоже была. О, я информатику пропустил. А, музыка еще, во. Давай. Что ты знаешь музыку? Я знаю российский гимн. Фашист. Я фашист? Если я знаю российский гимн, я наоборот не фашист, антифашист. До, ре, ми. Знаешь музыку? Да, знаю. Это самая известная песня такая. Во всем мире ее поют. Дети. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Си, ля, фа, ми, ре. Или что там было? Я уже забыл. Я раньше пел в хоре. Опять explosion у тебя там. Ты так всю Германию заразишь болгарским вирусом. Ты заразил все фирма. Всю Германию.
О май гад, что это тут такое? Выросло. Я это снимал. Систем. Что она у тебя в другую сторону?